Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Посадки огурцов на одном месте истощают почву, а также способствуют накоплению возбудителей инфекций и вредителей. В таком случае на помощь придут седераты. Осенью высеивают седераты, которые быстро набирают зеленую массу и хорошо перегнивают за зиму. К таким седератам относятся горчица белая, фацелия, редька масличная. Посев седеральных растений для огурцов восстанавливает плодородие почвы естественным путем и повышает урожайность. При росте и последующем перегнивании зеленых удобрений грунт обогащается питательными веществами, такими как азот, калий, фосфор и микроэлементами, а также структурируется почва. Корни седератов проникают вглубь, разрыхляют и улучшают аэрацию. А на отмерших корешках накапливаются почвенные микроорганизмы, фиксирующие азот. А легкие песчаные почвы защищаются от размытия и выветривания. Корни полезных растений доставляют питательные элементы из глубоких слоев земли к поверхности, где расположена корневая система огурцов. После этих седератов огурцы на следующий год будут расти уже на плодородной рыхлой земле. Помните, что огурцы не высаживают после капусты разных видов и моркови, а также после родственных культур семейства тыквенных. Это кабачки, патиссоны, тыква, арбузы и дыни. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. Всего вам доброго!